Всем привет, девчонки! Сегодняшнее видео пойдет о заказе по 17-му каталогу компании Avon. Заказик у меня получился маленький, небольшой, в основном мой. И давайте приступим. Пришла мне вот такая бумажня вся. К первому каталогу, второй каталог. Короче, как обычно. И перейдем, давайте тогда к самому уже заказу, к продуктам, которые пришли. Заказ у меня получился такой а-ля практически новогодний. Пришли мне вот такие вот с пингвинчиком. 16 блокнотиков на подарки. Заказали у меня их мама молодого человека и моя мама. На подарочки своим коллегам на работе. Мелочь, но приятно. Каждому, я думаю, вот такой вот пингвинчик на кухне, висящий на холодильнике, будет даже кстати. В принципе, хороший подарочек, если просто вы хотите сделать знак внимания. Выполненный, в принципе, качественно. Даже не в принципе, а качественно, на удивление, да. И следующее, что я заказала, это по уходу на подарочки тоже. Вот такие вот крема. Вот Avon Kea. Это увлажняющий крем для рук и ногтей с глицерином, кальцием и витамином Е. Здесь 100 мл. Запах, как у меня уже спрашивали, в этом креме такой специфический. В принципе, он как бы и легкий, вроде приятный. Но со временем превращается в какой-то такой, знаете, специфический, быстро надоедает. Это лично на мое мнение. У меня было уже два раза этот крем, и два раза я только до половины могла допользоваться спокойно. И все, дальше для меня это было мучительно. Но, в принципе, хороший крем по своим свойствам ухаживающим. Очень хорошо быстро впитывается, не оставляет вот этой пленки, никакой ни ощущения жирности на руках. Вы можете сразу так вот впитался, начать там трогать одежду, одеваться, вы ничего не выпачкаете. Вот по вот этом, как сказать, они хорошие, в принципе, эти кремы. Я раньше как-то их кусалась, я пользуюсь там разными другими кремами. Но сейчас я понимаю, что в Эвоне, в принципе, хорошие кремы за счет того, что они быстро-быстро впитываются. И к ним же я заказала вот такие маленькие Avon Kea бальзамчики для губ. Тоже как бы, да, хорошие. Скажите, хороший подарок, что бальзамов, что для губ, что крема для рук. Как говорится, много не бывает. Вот, и хорошая парочка на подарок. Просто, я не знаю, это идеальная парочка. И новогодний красивый вид у них. И, ну, они вместе очень хорошо смотрятся. Так что, да, я считаю, это хороший вот так вот подарочек подружкам. Так что, я считаю, это идеальный подарок на Новый год. Кстати, что я хотела сказать. У меня взяли вот замесь бальзама. Этого взяли как раз-таки вот такие крема. И к ним по такому пингвисику. Это тоже очень приятный подарок. Смотрите, опять же, оформление крема новогоднее. Пингвисик такой новогодний. Крем для рук всегда нужен женщине взрослой. И вот это что-то записывать у себя на кухне, чтобы не забыть какие-то сделать дела. Это тоже удобно. Или какой-то рецептик быстро, который передают там по рекламе или программе. Я считаю, что это идеальные подарочки на Новый год. Если касающие того, чтобы взять в компании Avon. Следующий, давайте уже туда, если мы затронули тему бальзамов для губ, я вам покажу уже тоже как бы последний уходовый продукт. Это будет вот такой вот бальзамчик Avon Sun Plus. Здесь 30 SPF, типа солнцезащитный бальзам. Это я заказала себе. У меня дома в 250 метрах море находится. От моего дома я хожу постоянно загорать, купаться, и у меня очень сохнет кожа губ. Этим летом пользуюсь маслом для губ Nivea. Оно сильно обиралось пленкой, мне так было противно. Вот его много, еще жара, оно течет, все. Но не хотелось. В Avon'е бальзамы, они более проще держатся на губах, не такие жирнючие. Давайте, кстати, откроем, посмотрим, что он из себя представляет, как говорится. Это я все равно себе заказываю. Вот такой вот обычный беленький, обычный стик. Будет меня такой ждать до лета. Что хотела сказать еще по ценовой политике. Если вы консультант, то очень выгодно заглядывать на электронные вот эти распродажи, потому что там часто бывают такие продукты, которые вот не по сезону продаются, вот как в этом случае Sun Plus линейка. Как тот, что
то вы его вот можете взять вообще за копейки. В моем случае я его взяла за 11 гривен. В каталоге он, я думаю, стоит будет гривен 35, это спокойно. В сезон, когда начнется там волна вот этих всех уходовых средств для загара. О, да, его выгодно взять, я думаю, полгодика до лета оно достоит, и за лето вы его используете и выкинете. Следующие продукты, которые я вам покажу, это у меня заказали. Заказали у меня вот такие две туши от Color Trend. Вот. Так они выглядят. У меня что-то, видите, какие-то две полосы. Это, наверное, от света. Вот оно так отблескивает. Снимаю вам в последнее время на старый фотоаппарат. Так что вы меня уж простите за вот это немножко плохое качество. Заказали мне стандартную вот эту Avon Color Trend. Здесь 7 мл тушка. Она такая вот тоже синенькая. Здесь крышка белая. Хорошая тушь у меня она тоже есть. У нее такая довольно здоровая. Вот такая где-то по размеру. Ну, как вам сказать, вот столько, наверное, занимает в туши. Это кисточка, она пушистая, она не силиконовая, очень хорошая. Я сама пользуюсь, здесь у меня заказали black оттенок, а я пользуюсь коричнево-черным. Мне больше нравится, она более мягкая на глазах, и даже если где-то намажется под ресничками, ее как бы не так заметно, как черную. А вот это у нас гель для ресниц с блестками, мерцающие реснички. Он у нас серебряного оттенка. Это мне заказала девочка на Новый год, маленькая. Здесь 6 мл. Вот так он выглядит. Я никогда не сталкивалась с таким продуктом, никогда не пользовалась. Не знаю вообще, как он себя будет вести на ресницах, поэтому да, ничего по этому поводу сказать не могу. Следующий продукт тоже я, кстати, заказала на онлайн распродаже. Это был вот такой лачок для ногтей от Pro Plus линейки. Золотой песок, вроде бы оттенок называется. Gold Vision. Заказала его я маме как дополнительный подарочек под елочку. Потому что я когда-то выбросила все лаки, которые хотя бы немножечко плохо сохнут. Я их собрала в пакет и отправила на мусорку. И там были золотые лаки, которыми пользуется мама. Поэтому на Новый год я ей прикупила вот такой вот лачок. Золотистый. По-моему, красивый такой благородный цвет. Мне кажется, его тоже придется наносить в два слоя, как и все остальные лаки с этой линии. Но тоже, смотрите, лаки там сейчас вроде по 40 с чем-то гривен. Давайте я даже гляну, сколько вот, например, во втором каталоге будет стоить такой лак. Сейчас будет лак стоить, вот у меня, например, вот этот оттенок есть. Это мой любимый оттенок, Каролина. Сейчас лак стоит из этой Pro Plus линейки 49,99, да? А я купила 17,99 вот этот золотой лачок. И я думаю, мама будет им довольна, потому что, ну, действительно, я оставила без всех золотых лаков. Обыкновенная большая просто кисть, не плоская, ничего такого, просто круглая кисть. Следующий продукт, который я заказала, это уже будет продукт, который надо вдыхать, релаксовать. Это вот такая туалетная водичка Little Black Dress. Limited Edition. Получается лимитированная версия. Здесь 30 мл. Давайте открою. Вот так она выглядит. Малюточка. В прошлом заказе мне заказала клиентка туалетную водичку. И я поняла, что все-таки я ее хочу уже. Хватит куда тянуть. И у меня уже заканчивается один парфюм, и уже холодное время более года приходит, поэтому... Хотя у нас еще я хожу в кожанке, и в тоненьких ботинках у нас не холодно, представьте. А уже зима, какой-то четвертый день зимы. А у нас еще вот такая вот погода, что я хожу, можно сказать, галлекап до сих пор. Но я уже заказала себе такой парфюм, я понюхала его. В прошлом заказе все поняла, что я хочу. Единственное, меня удивило минус такой. В прошлом заказе мне пришла, вот видите, здесь такая сеточка есть, мелкая-мелкая. А в прошлой туалетной водичке пришла, так как она крупная была, ее почти, можно сказать, и не было этой сеточки. Но с мелкой мне сеточкой сзади больше нравится, как-то передается вот это вот на упаковочке сеточка. Ну, я, короче, довольна. Я думаю, многие заказывают себе такие малюточки, и тем более этой малюточки хватит вам на эти 3 месяца отпшикаться и такой, как ежедневный типа аромат,
не какой-то там на выход, а как ежедневный аромат, вам его хватит, вы выпшикаете, выкинете, забудете, успеете соскучиться, заказать себе заново потом новый такой. И последнее, что я себе заказала, и в последнее время мне, если честно, не везет, когда я заказываю такого рода продукты, мне приходят постоянно, я извиняюсь, рваные пакеты. Постоянно в рваных пакетах все приходит. Такого рода, но заказала я себе на этот раз не то в основном не с косметичками такая проблема. Люди заказывают, приходит такое. А этот раз я заказала себе органайзер для сумки. Вот так он выглядит. Внутри вот так. Вот такой вот он. Тут кармашек отодвигается. Тут, кстати, камера как-то искажает. Он такой ярко-ярко-малиновый. Я очень расстроена насчет этой вещи. Смотрите, как она криво вшита. Вообще криво вшита. Это капец какой-то. Материал на фотке выглядел таким добротным. Пришло, это ж такое, извините, г полнейшее. Если на год хватит, я думаю, оно даже стирки не перенесет. Но вот этот криво пошитый карман меня вообще бесит нереально. Смотрите, ну что даже видно. Криво просто пошит. Ну, короче, тут три карманчика. Ну, и ладно, на год уже хватит. А тут еще боковые кармашечки есть. Стягивается это все дело на такую вот штукенцию. Я думаю, не стоит заказывать органайзеры. Лучше посмотреть на сайте AliExpress. И там вообще можно за копеечки купить такой органайзер. И факт тот, что там еще есть такие ручечки часто, что и сумки удобно за ручечки вытягивать. Здесь этого нет, поэтому не очень, если честно, советую. И там, если вы закажете год относить, не так будет жалко, потому что он действительно стоит копейки. А здесь обидно. Немножко. Так что да, это был весь заказ мой. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Всем пока-пока.